Антон, я так больше не могу. Ты вечно чем-то недоволен. Что? Ты Эдгард? Ну вот, чтобы я не сказала, все не так. Сегодня с девчонками на работе обсуждали, кто как и чем кормит своих мужей. Чем я кормлю моего дорогого мужа Запашного? Что сам едим, то и ему даем. Замужем за Запашным. Почему я развожусь с моим дорогим мужем Запашным? Нет, он не бухает. Нет, он мне не изменяет. Не работает? Нет, он работает. Еще как работает? В постели? Ну да, он устраивает меня в постели. Так в чем же причина? Да вообще придраться не к чему. Аж бесит.